Всероссийская патриотическая эстафета памяти «Россия – страна героев» стартовала в Приморье. Акция, организованная Следственным комитетом, состоялась в стенах Дальневосточного федерального университета. Вот сегодняшняя акция, она даст возможность еще раз поднять эту волну памяти, еще раз напомнить о важности преемственности поколения, о важности той эстафеты памяти, которая должна войти в сердце прежде всего молодых. Им строить будущую жизнь, им ее защищать. У них есть примеры беззаветного служения и мужества своих отцов, своих дедов и прадедов. Цель эстафеты – передать будущим поколениям память о славных победах на фронтах и в тылу, сохранить преемственность славы героев, а также поддержать бойцов на СВО. И сегодня они показывают примеры героизма и мужества, и мы знаем эти имена героев России, Андрея Иванова, Сергея Кузьмичука. У нас есть герои Приморья, это и Магомедов Мурат, и Игорь Осипов, кто также отдал свою жизнь здесь за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение братского народа Украины. Также глава Приморья вручил нагрудный знак «Горячее сердце» волонтеру Екатерине Фроловой и передал книгу «Героя Отечества Приморский край» в другие регионы России. Волонтеру по социальной помощи малоимущим семьям и инвалидам. Вместе с тем, в рамках мероприятия в холле корпуса Б ДУФУ развернулась уникальная выставка. На снимках жены героев России, участников специальной военной операции. Анна Дьякова, новости на Восьмом.